Да. Мистер Джобс, вы умный и влиятельный человек. Вот и началось. Печально и очевидно, что по нескольким пунктам, которые вы обсуждали, вы не знаете, о чем говорите. Я бы хотел, чтобы ты, например, четко объяснил, как, скажем, Java в любом из ее воплощений реализует идеи, заложенные в OpenDAC. И когда ты закончишь с этим, возможно, ты мог бы рассказать нам, чем лично ты занимался последние 7 лет. Знаешь, иногда ты можешь порадовать кого-то из людей. Но одна из самых трудных вещей, когда пытаешься повлиять на перемены, заключается в том, что такие люди, как этот джентльмен, в чем-то правы. Я уверен, что в OpenDAC есть некоторые функции, возможно, даже больше, с которыми я не знаком и которые не делает ничто другое. И я уверен, что ты сможешь сделать несколько демонстраций, возможно, небольшое коммерческое приложение, которое продемонстрирует эти функции. Самое сложное, как это вписывается в целостное, более масштабное видение, которое позволит тебе продавать продукт на 8 миллиардов долларов, на 10 миллиардов долларов в год. И одна из вещей, которую я всегда понимал, заключается в том, что начинать нужно с опыта работы с клиентами, а затем переходить к технологии. Ты не можешь начать с технологии и попытаться выяснить, где ты собираешься ее продавать. И я совершал эту ошибку, вероятно, чаще, чем кто-либо другой в этом зале. И у меня есть шрам, подтверждающий это. И я знаю, что так оно и есть. И поскольку мы пытались разработать стратегию и видение для Apple, все началось с того, какие невероятные преимущества мы можем предоставить клиенту. Куда мы можем привести клиента? Начнем не с этого, а с того, что давайте поговорим с инженерами и выясним, какая потрясающая технология у нас есть, а затем, как мы собираемся ее продвигать на рынок. И я думаю, что это правильный путь. Я помню, как вместе с компанией LaserWriter мы создали первые в мире маленькие лазерные принтеры. В этой коробке была потрясающая технология. У нас в Соединенных Штатах, здесь в Apple, была первая в мире лазерная печатающая машина Canon, самая дешевая в мире. У нас был замечательный контроллер принтера, который мы разработали. У нас там было программное обеспечение Adobe для PostScript. У нас там была программа Apple Talk. Просто потрясающая технология в комплекте. И я помню, что видел, как из нее вышла первая распечатка. Я просто беру его в руки, смотрю на него и думаю, знаешь, мы можем это продать. Потому что тебе не нужно ничего знать о том, что находится в этой коробке. Все, что нам нужно сделать, это поднять ее и спросить, хочешь это? И если ты помнишь 1984 год, когда еще не было лазерных принтеров, то это было довольно поразительно. Люди кричали, вау, да. И именно к этому Apple должна вернуться. И знаешь, мне жаль, что OpenDAC стал жертвой на этом пути, и я с готовностью признаю, что в жизни есть много вещей, о которых я не имею ни малейшего представления, о чем я и говорю. Так что я тоже приношу свои извинения за это. Но сейчас в Apple очень много людей, которые работают очень усердно. Ты же знаешь, Ави, Джон, Джерина, Фред. Я имею в виду, что вся команда работает, не покладая рук, выжигая все возможное. И люди, вы знаете, сотни людей, которые находятся ниже их по положению, работают над некоторыми из этих вещей, и они делают все, что в их силах. И я думаю, что это то, что нам нужно сделать. И, кстати, некоторые ошибки будут допущены. Некоторые ошибки будут допущены на этом пути. Это хорошо, потому что, по крайней мере, некоторые решения принимаются на этом пути. И мы обязательно найдем ошибки и исправим их.
И я думаю, что все, что нам нужно сделать, это поддержать эту команду, проходящую через этот очень важный этап, пока они работают, не покладая рук. Им всем звонят и предлагают в 3 раза больше денег, чтобы они занялись этим делом по всей долине. Никто из них не собирается уходить. И я думаю, что нам нужно поддержать их, довести до конца и написать несколько чертовски хороших приложений, чтобы поддержать Apple на рынке. Это моя собственная точка зрения. Из-за ошибок, которые мы совершили, некоторые люди будут недовольны. Некоторые люди не будут знать, о чем они говорят. Но это так. Я думаю, что сейчас все намного лучше, чем было не так давно. И я думаю, что мы скоро достигнем этого.